О возможностях портала госуслуг сегодня рассказали студентам Ненецкого аграрно-экономического техникума. Как оплатить налоги, штрафы, подать заявление в ЗАГС и воспользоваться другими услугами, не выходя из дома, учащиеся узнали на открытом уроке. В нем приняли участие представители федеральной исполнительной власти, в том числе налоговой службы, полиции и пенсионного фонда. В первую очередь студентов интересовал вопрос, можно ли принять участие в выборах президента России, не выезжая в родные села. Для многих эти выборы станут первыми в жизни. А возможности съездить домой и обратно есть далеко не у всех. Для того, чтобы каждый гражданин мог осуществить свое право выбирать, я думаю, что, безусловно, данное мероприятие оно очень важное и нужное. Я думаю, что студентам это как раз наиболее удобный вариант, потому что они в рамках учебного процесса могут этим правом своим воспользоваться. Также студентам рассказали, как подать заявление в ЗАГС, оформить документы на ребенка, узнать свой номер ИНН, оплатить налоги и штрафы. Я уже год назад зарегистрировалась на госуслугах, там записываюсь там спокойно к врачу, оплачиваю штрафы, также налоги. В этом году собираюсь пойти на выборы президента в первый раз. И чтобы не выезжать к себе в поселок, просто схожу в МФЦ, заполню бумаги и пройду по месту нахождения. Здесь же, в кабинете информатики, все, у кого нет записи, смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг. Кроме этого, представители власти с таким же уроком уже посетили Питколледж и ПТУ. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».